Хочу показать свою хурму никитскую бордовую. В этом году плодов немного, но они зато первые. Так, тут уже начинает потихоньку спеть. Такого вот они размера примерно. Я насчитал пока 7 штучек. Ну, зато хорошо, будем пробовать. Смотрим, что за вкус у них. Очень интересно, конечно, попробовать. Вот хурма еще. Небольшая, но зато своя. Желтеет, я думаю, уже через недельки три, наверное, уже будет полностью спелая. В следующем году будет уже хурмы поболее. Вот, наверное, самый такой крупный плодик. Такая вот хурма никитская бордовая. Лист похож как у восточной хурмы. 75% у еугенах это как раз восточка. Такие слегка округленные листья. Высота уже, ну, достигла чуть больше 2 метров, наверное. Всяко выше меня. Будет потом красиво смотреться оранжевые плоды в темно-зеленых листьях. Так что сажайте.